Всем привет. Да, сейчас отставим эту большую модель. И вот такая вот интересная игрушка появилась у меня. Не помню откуда. Вся в дырочках, вся такая разболтанная. Собирается легко, разбирается легко. Что это и откуда, непонятно. И зачем такая непонятная игрушка с такими разболтанными колесами. Плохо все подогнано, но ездит. Но такая вот штука ретро. А вот этот грузовичок, что интересно, достался мне среди моделек, выбирал, и мне вот такой прислали. Тяжелый, очень тяжелый. Вес такой, весь из металла, кроме вот этой крыши, которая была приклеена непонятным образом, пришлось немножко ее переделать. Видно, крышу потеряли и приклеили что-нибудь. Ну, ничего так. Что за фирма, не знаю. Ледо какая-то там редкая вообще попадается в продаже в моделях, в куче, где выбираешь в интернете. Вот такого белого цвета я вообще в гугле не нашел, облазил все, там зеленые, синие какие-то есть цвета, но вот именно вот в таком вот беленьком цвете не было. Ну, буду думать, что это редкий такой вариант покраски. Ну, крышу, я думаю, сделал более симпатично, чем она была на самом деле. И потерявшаяся тоже, наверное, была хуже. Ну, вот такая история. Вот две ретро таких интересных машинки у меня появилось. Несколько фотографий. Ну и до встречи в новых роликах. Все класс. И пока-пока.